Друзья, привет всем! В данном ролике покажу три очень интересные идеи, как из простых ПВХ-заглушек от канализационных труб можно сделать вполне дельные и стоящие инструменты и приспособления. Надеюсь, вам будет интересно и кому-то эти идеи пригодятся в реальной жизни. Всем приятного просмотра! Погнали! Итак, друзья, первая самоделка готова, и если кто не знает, это приспособление предназначено для работы с гипсокартоном, чтобы максимально улучшить качество монтажа гипсокартона на потолке или на стене. Как видите, на листах гипсокартона имеются по продольным краям заводские фаски, позволяющие смонтировать стык листов, не выступающий за плоскость потолка. Но на торцевых сторонах гипсокартона этих фасок не предусмотрено, и поэтому без данной приспособы произвести качественный стык таких листов или просто подрезанных по нужному размеру кусков просто невозможно. Так что, ребята, берите на вооружение, а мы переходим ко второй самоделке, которая будет состоять уже из двух заглушек и прочих мелочевок. Но вещь обещает получиться весьма полезной и продуктивной. А пока немного рабочего процесса, поехали! Thank you.
Ну что ж, друзья, тут даже комментировать много не буду. Тут и так все видно. Скажу только, что я лично очень впечатлен данной самоделкой и ее работой. Как видите, никакой пыли при работе с ней и, конечно же, многофункциональность, позволяющая делать пропилы различной ширины и глубины. Для монтажников электрики и сантехники самое то. И третья самоделка очень простая в изготовлении, но также может очень выручить в нужный момент. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравились данные идеи и будут кому-то полезны и выручат в реальной жизни. Буду рад видеть ваше мнение, пожелания или просто отзывы в виде комментариев. Всем спасибо за просмотр. Пока!